Это блюдо хорошо знакомо тем, кто любит перекусить в заведениях KFC. Панированные кусочки куриного филе, обжаренные во фритюре, пользуются популярностью. Давайте удивим своих родных популярным блюдом из фастфуда и в домашних условиях приготовим аппетитные стрипсы из куриного филе и панировки. 500 грамм куриного филе нарезаем на длинные брусочки и отставляем в сторону. В миску высыпаем 150 грамм муки, добавляем по 1 чайной ложке паприки и сушеного чеснока, 0,5 чайной ложки острого красного перца, 1/3 чайной ложки черного молотого перца, 0,5 чайной ложки соли или по вкусу. Все смешиваем до объединения ингредиентов и вливаем постепенно 300 мл воды. Размешиваем, чтобы не было комочков. Вот до такой консистенции. Брусочки куриного филе выкладываем в кляр, перемешиваем и оставляем мариноваться на 30 минут. Или убираем в холодильник на ночь, как сделала я. Для панировки берем кукурузные хлопья без сахара. Нам понадобится 150 грамм. Измельчаем хлопья в крошку. К хлопьям добавляем 3 столовые ложки с горкой муки и хорошо перемешиваем. В ковшик наливаем растительное масло без запаха. Достаем по брусочку куриного филе из кляра. Обваливаем в панировке и обжариваем во фритюре 3-4 минуты на умеренном огне. Как только панировка станет румяной и хрустящей, все готово, можно доставать. Выкладываем стрипсы на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Румяные куриные стрипсы, как в KFC, готовы. Внешне они очень похожи на оригинал, только вкуснее. Попробуйте. Приятного аппетита!